Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Такие люди обладают богатством идей, заботятся о своем внешнем виде. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Редко встречающийся в именах звук «У» воспринимается на слух свежо и оригинально. Таким людям свойственно задать себе цель и добиваться ее. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. В любви требует уважения, но часто портит отношения с партнером собственными колкими замечаниями. Владельцы этого имени часто защищают свои права, но, как правило, цели будут чужие, так как защита других людей – это у них в крови. У этих людей имеется чувство собственного достоинства. Астрологи рекомендуют этим людям научиться планировать свои дела, чтобы не оставаться в бедственном положении из-за очередного азартного приключения. Звук «Я» в этом имени приятно ассоциируется с ласкательными формами имен и в целом на слух действует положительно. Окружение обладателей этого имени вынуждено постоянно ободрять их и побуждать к действию, поощрять их усилия и подчеркивать их значимость. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Агрессивные или вульгарные индивиды иногда могут вывести владельца этого имени из привычки равновесия, но позже негативная энергетика вернется обратно к обидчику в тройном эквиваленте. Владельцу этого имени нужно просто забыть произошедшее. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.